Поговорим о средстве для мытья посуды, его экономии и экологичности. Экономия. Во-первых, чтобы перемыть гору посуды, нужна действительно всего лишь капля средства. И это не просто реклама. Поэтому, чтобы не переборщить, удобнее всего использовать баночки с дозатором. Перелейте средство во флакон от жидкого мыла или купите специальный дозатор. Одним нажатием вы получите то количество моющего средства, которое вам необходимо. К тому же не нужно брать банку в руки, открывать и переворачивать ее. Итак, одна капля есть. Осталось только добавить к ней гору грязной посуды, и можно приступать к работе. Экологичность. Давайте сами приготовим эффективное средство, которое будет дешевым, хорошо смываться и абсолютно безвредно. Берем хозяйственное мыло, натираем на терке, добавляем всевозможные обмылки и заливаем все это кипятком, чтобы растворить до желеобразной массы. В эту массу засыпаем соду и готовое средство переливаем во флакон от жидкого мыла или специальный дозатор. Такое средство совершенно безвредно, легко смывается и очень эффективно в борьбе с жиром, пригорью и даже чайным налетом. Мало того, что вы сэкономите, еще и сбережете здоровье, избавив себя от аллергии и пищевых отравлений. Домашние хлопоты могут быть приятными, просто нужно знать, как их сделать легкими.